приходом осени и школьной поры инспекторы ГИБДД напоминают о безопасности передвижения. В Люберецкой школе номер 11 ученикам провели пешеходную экскурсию и проверили знания правил дорожного движения. Подробности расскажет наш корреспондент. Сегодня у нас будет проводиться такая необычная акция. Называется «Пешеходная экскурсия». В школе номер 11 городского округа Люберцы прошла пешеходная экскурсия, направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов. Дети будут переходить дорогу по пешеходному переходу. Мы будем с ними изучать дорожные знаки, а также будем тренироваться идти из дома в школу. Безопасный маршрут – дом, школа, дом. Школьникам показали знаки, на которые нужно обращать внимание. Напомнили, на какой сигнал светофора можно переходить дорогу и как убедиться в том, что водители пропускают пешеходов на нерегулируемом переходе. Мы с вами подошли к необычному пешеходному переходу. Вы заметили, что здесь чего-то не хватает? Светофора. Светофора. Вот там возле школы у вас был светофор, да, а здесь нету. И на этом пешеходном переходе нужно быть особенно осторожными, внимательными и бдительными. Подойдя к пешеходному переходу, не забываем смотреть по сторонам. По возвращению с экскурсии школьникам раздали памятки с правилами дорожного движения и подарили светоотражающие значки. Мы соблюдаем правила дорожного движения! Ура! Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.